середине 17 века Россия граничила на западе с мощным государством, объединившим Королевство Польское и Великое княжество Литовское, Речью Посполитой. Периоды мира между странами сменялись вспышками военных конфликтов. Речь Посполита пыталась расширяться за счет земель Московского царства, а Москва стремилась возвратить земли бывшей Киевской Руси с православным населением, в том числе и захваченный поляками Смоленск. Кроме того, Русь стремилась воссоединиться с православными народами Украины и Белоруссии, находящимися под властью Польши и Литвы. С воцарением Алексея Михайловича Романова войны с Речью Посполитой приутихли, но обе стороны понимали, достаточно малой искры, чтобы борьба возобновилась. И высек эту искру подданный польского короля, писарь украинского казачьего войска Богдан Хмельницкий. Хмельницкий возвращался в свое имение, хутор Суботов, из долгой поездки. Он вез подарки для детей и для своей любимой. Но уже в дороге его стало одолевать недоброе предчувствие. Когда никто не вышел его встречать, подозрения усилились. А подъехав ближе к родным местам, старый казак застал страшную картину. Его родовое гнездо было полностью разорено. Казаки составляли значительную часть населения Юго-Западной Руси, нынешней Украины, которая в то время входила в состав Речи Посполитой. Многие из них селились в низовьях Днепра, за его порогами. В Запорожской Сечи казаки подчинялись только старшинам и кошевому атаману, которых сами и выбирали. Промышляли грабежом и совершали военные походы в земли Крымского ханства и Османской империи. Речь Посполитая не признавала запорожцев как отдельное сословие. Исключением стало реестровое казачество. Реестровое казачество. Часть казаков, которые были вписаны в правительственный список казаков, так называемый реестр, то есть приняты на государственную военную службу Речи Посполитой. Они селились в гарнизонах, пользовались рядом привилегий и, главное, получали жалование. Попасть в реестр было непросто. В разные годы в него включали от 4 до 16 тысяч человек. Казаки требовали расширить списки, но польское правительство возражало. Одной из причин была скудость казны. Но главное, казаки выступали защитниками православного населения. Этого поляки-католики терпеть никак не желали. Православные считались людьми второго сорта. Для отправления церковных таинств для православных польские власти ввели специальный налог. Без него нельзя было ни отпеть покойника, ни повенчаться, ни провести службу, ни причаститься. Эти налоги, которыми поляки пытались поправить пустеющую казну, окончательно разоряли крестьян. Магнаты отбирали у них земли, где основывали обширные хозяйства, порабощая местное население. Польский помещик не только эксплуатировал крестьян, но и имел право убивать их. Казаки и крестьяне восставали, но польские войска жестоко подавляли эти бунты. С
сотник реестрового казачества, а затем войсковой писарь Богдан Хмельницкий, был верным слугой Владислава IV, короля Речи Посполитой. Когда умерла жена, Богдан начал жить с молодой девушкой по имени Матрона и решил осесть на хуторе Суботов, который достался ему в наследство от отца. Но вскоре семейному счастью пришел конец. Во время отлучки Хмельницкого на хутор нагрянули вооруженные люди во главе с польским подстаростой Даниэлем Чеплинским. Они разорили имение и до полусмерти засекли 10-летнего сына Хмельницкого. Чеплинский увез Матрону как трофей, после чего силой взял в жены. Хмельницкий пошел в суд, но справедливости не добился. Он обратился к королю. Тот ответил казаку: «У тебя есть твоя сабля». Но до поединка дело не дошло. Хмельницкого обвинили в заговоре и бросили в тюрьму. С трудом выбравшись на свободу, он вспомнил совет короля. В феврале 1648 года Богдан прибыл в Запорожскую сечь и призвал казаков поднять восстание против угнетателей. Его речь была столь убедительной, что его тут же избрали гетманом войска запорожского. К запорожцам присоединились реестровые казаки и добровольцы из крестьян. Гетман заключил союз с крымским ханом Ислам Гиреем, и тот прислал в помощь несколько тысяч всадников. Запылали панские поместья, а католическая знать в панике бежала в Польшу. Вскоре под властью Хмельницкого оказалась огромная территория, названная Гетманщиной. Заняв Киев, гетман отправил новому польскому королю Яну Казимиру ультиматум. Он требовал возвратить православному населению права, отвести войска и ограничить произвол польских магнатов. Король ответил отказом. Война шла больше 5 лет, пока в 1653 году не зашла в тупик. Крымский хан переметнулся к польскому королю, но добиться полного превосходства не могла ни одна из сторон. Решить дело могла только третья сила. И этой силой стала Россия. Еще в 1648 году, сразу после начала войны с поляками, Хмельницкий написал письмо московскому государю и просил царя Алексея Михайловича принять войско запорожское в российское подданство. Алексей Михайлович, второй царь из династии Романовых. Взошел на престол в 16-летнем возрасте. Отец 16 детей, в том числе будущего императора Петра I. Провел военную, монетную и церковную реформы. Имел выдающиеся познания в богословии, интересовался науками. Носил старинный титул «Клементиссимус», что в переводе с латыни значит «тишайший». Прочитав послание гетмана, царь Алексей Михайлович задумался. Если согласиться на предложение казаков, то долгой войны с Речью Посполитой не миновать. А тут и в самом московском царстве разгорелся бунт. Его назвали соляным. Народ был возмущен введением новой пошлины на соль, главный консервант того времени. Горожане громили боярские и купеческие дворы. Волнения продолжались несколько месяцев. В такой ситуации о новой войне не могло быть и речи. Решение вопроса о приеме запорожских казаков под царскую руку пришлось отложить. Но казаки и крестьяне гетманщины и думать не желали о возвращении под власть Польши. Народ надеялся только на мощь русского войска. Осенью 1653 года
Богдан Хмельницкий снова обратился к царю. К тому моменту на московской земле наступило спокойствие. Силы государства окрепли. Наконец появилась возможность объединить части единого православного народа. 1 октября в Кремле начал заседание Земский собор, который высказался за принятие казаков под высокую государеву руку. Собор постановил: войну весть, а терпеть больше того нельзя. С раннего утра в древнем Прияславе Хмельницкий вел совещание с казачьей старшиной. Посторонних в дом не пускали. Оговорив все детали, гетман приказал бить в барабаны. В 2 часа дня сотни казаков и простого люда собрались на площади. Богдан обратился к народу. Уже 6 лет живут казаки без государя. Дальше так продолжаться не может. Можно принять покровительство турецкого султана, крымского хана или польского короля. Но разве казаки пойдут в подчинение басурманам или католикам? Пришедшие на площадь поддержали Хмельницкого. «Валим царя Восточного, православного!» «8 января 1654 года в Успенском соборе Прияслава Богдан Хмельницкий с казаками присягнули царю Алексею Михайловичу из рода Романовых. А русские полки уже стягивались к границам Речи Посполитой. Алексей Михайлович лично составлял план боевых действий. С ранних лет он имел склонность не только к богомолью, но и к ратному делу, и начал военную реформу, внедряя новые западные порядки. С конца 15 века ядром вооруженных сил России была поместная конница. Ее формировали служилые люди, бояре и боярские дети, а также дворяне. В случае войны они были обязаны выступить конно, людно и оружно, то есть со своими лошадьми, бойцами и оружием. На сборы обычно уходило много времени. Отсутствовало полноценное военное обучение. Некоторые из служилых людей и вовсе отказывались идти на войну. Поместное войско Алексей Михайлович постепенно заменял полками нового строя. Первые из них появились еще при царе Михаиле Федоровиче, но именно Алексей начал формировать их в массовом порядке. Для обучения солдат приглашались иностранные советники. Реорганизовалась и конница. Драгуны учились действовать в пешем строю. Рейтерские полки были одеты в доспехи, вооружены пистолетами и карабинами. Польский хронист Веспасиан Каховский писал о московских рейтерах. Конница щеголяла множеством чистокровных лошадей и хорошим вооружением. Ратные люди отчетливо исполняли все движения, в точности соблюдая ряды и необходимые размеры шага и поворота. Со стороны эта стройная масса воинов представляла прекрасное зрелище. Всю зиму 1654 года проходили воинские смотры. Артиллеристы испытывали новые орудия. Они отправлялись в поход первыми, чтобы прибыть к границе до начала весенней распутицы. В Успенском соборе Кремля патриарх Никон отслужил божественную литургию. А после службы государь созвал воевод на пир. Он напомнил обо всех неправдах, которые чинили русским западные соседи. Об утраченных землях, о том, как жестоко поляки притесняют православных. А затем была объявлена монаршая воля.
Царь лично возглавит поход на неприятеля. На Речь Посполитую обрушивались три главных удара. Северо-западная армия во главе с опытным воеводой Василием Петровичем Шереметьевым развернулась возле Великих Луг и готовилась наступать на Полоцк и Витебск. Юго-западная армия под началом боярина Алексея Никитича Трубецкого стояла под Брянском и готовила удар на Мстиславль и Рославль. Руководство самой крупной центральной армией, которая из-под Вязьмы должна была двинуться на Смоленск, взял на себя сам Алексей Михайлович. В июне 1654 года главные силы русской армии, почти не встретив сопротивления, вступили на территорию Великого княжества Литовского, восточную часть Речи Посполитой. Сбывались самые смелые надежды государя. Многие города сами открывали крепостные ворота и встречали русских хлебом и солью, видя в них избавителей от ненавистной шляхетской власти. Пали крепость Белая, Дорогобуж, Невель, Полоцк, Рославль, Мстиславль. 26 июня царское войско осадило Смоленск. Подготовка к штурму заняла полтора месяца. В ночь на 15 августа русские воины пошли в атаку. Они поднялись на крепостные стены и захватили одну из башен. Поляки взорвали ее. Пришлось отступить. На следующий день атака повторилась, но закрепиться на стенах снова не удалось. В ход пошла тяжелая осадная артиллерия. Смоленский гарнизон ждал подхода войска Януша Радзивилла, великого гетмана Литовского. Но русское командование отправило против гетмана отдельную армию. В бою под Шепелевичами Радзивилл был наголову разбит. 23 сентября Смоленск капитулировал. С раннего детства будущий царь слышал рассказы об этом героическом городе. В годы смуты он почти два года отбивался от поляков. Королю Сигизмунду III достались одни руины. Алексею было три года, когда его отец Михаил Федорович послал к городу войска. Вел их сам Михаил Шейн, душа и сердце первой смоленской обороны. Боярин не справился с задачей и поплатился за это головой. Еще 20 лет Смоленск оставался под польской властью. И вот Алексей Михайлович воплотил мечту своего отца. Перед российским самодержцем открылись крепостные ворота. Смоленск навсегда вернулся в состав русского государства. На других направлениях царской армии сопутствовал не меньший успех. Русским открыли ворота жители Могилева, крупнейшего торгового центра. Пять дней спустя пал Шклов. Капитулировали крепость Дубровна и Витебск. Литовская шляхта переходила на сторону царя. Остатки войск противника отступали на запад. Но эти победы были омрачены новым бедствием. Из Литвы на Русь пришла эпидемия чумы. Алексей Михайлович приостановил боевые действия. Тем временем великий гетман литовский Януш Радзивилл оправился от поражения под Шепелевичами, собрал новую армию и в феврале 1655 года подошел к стенам Могилева. Осада затянулась на три месяца. Русский гарнизон отражал штурм за штурмом, один яростнее другого. Гетман был вынужден отступить. Тем временем бои продолжались на Украине. Русский государь отправил в помощь казакам несколько крупных отрядов. Войска Хмельницкого сражались рука об руку с воинами боярина Василия Шереметьева.
Богдан Хмельницкий возглавил огромную армию. А начатое им восстание переросло в войну, которая изменила ход европейской истории. Прошло 7 лет после трагических событий на хуторе Суботов. Но Богдан ничего не забыл и не простил своих врагов. Судьба возлюбленной Богдана Хмельницкого Матроны, увезенной Чеплинским, до сих пор вызывает споры среди историков. Считается, что она вышла замуж за Чеплинского, но затем возвратилась к Хмельницкому. Сыновья самого гетмана и его окружение не доверяли Матроне, подозревая в связях с Чеплинским. По некоторым сведениям, сын Хмельницкого Тимофей обвинил ее в предательстве и краже казны и приказал повесить ненавистную мачеху. Предметом споров остается и личность сына Хмельницкого, избитого Чеплинским во время налета на Суботов. Некоторые историки полагают, что он умер от побоев. Подтверждений смерти мальчика нет, но его имя больше нигде не упоминается, в отличие от двух других сыновей. Старший из них, Тимофей, погиб в 1653 году, и наследником гетмана остался младший сын, Юрий. Неподалеку от Львова казаки Хмельницкого нанесли поражение польской армии Станислава Потоцкого и окружили город. Но осаду пришлось снять, поскольку на Украину двинулся крымский хан. А войска Алексея Михайловича продолжали преследовать гетмана Радзивилла. Тот отступил к своей столице, Вильно. 29 июля на подступах к городу польско-литовская армия была разбита, и Вильно сдался на милость победителей. Многие столетия Москва и Вильно были городами-соперниками. То открыто враждовали, то заключали временные союзы. И вот московский царь въезжал в покоренный город. Глазам Алексея Михайловича открылась жуткая картина. С городских улиц еще не успели убрать трупы. Государь приказал похоронить всех погибших и только после этого отпраздновал большую победу. К концу второго года войны практически вся территория Великого княжества Литовского перешла под контроль Москвы. Православная знать присягала русскому царю на верность. Отныне Алексея Михайловича было велено титуловать по-новому «Всия великие и малые и белые России самодержец». Но тут пришло известие, изменившее весь ход войны. На территорию Речи Посполитой вторглась шведская армия, сильнейшая в Европе. В Стокгольме давно наблюдали за успехами русского войска, которые грозили шведской короне самыми непредсказуемыми последствиями. Король Швеции Карл Густав предложил Яну Казимиру военный союз. Тот отказался. Тогда шведская армия обрушилась на Польшу. Начался кровавый период польской истории, который получил красноречивое название – «Потоп». В июле 1655 года шведы разбили наспех собранное войско Речи Посполитой. Ряд польских областей признал власть короля Швеции. В сентябре шведы заняли Варшаву. Ян Казимир – бежал из страны. Происходящее действительно походило на потоп, внезапный и неотвратимый. Шведам сдался Краков. Магнаты переходили на службу к Карлу Густаву. Многим казалось, что Польша погибла навсегда. Алексей Михайлович держал совет с ближайшими соратниками. Вмешательство Швеции резко меняло расстановку сил. Сейчас Карл Густав воюет с Польшей. А что будет потом? Поставив польские войска под свои знамена, он не оставит в покое и Россию. И тогда все завоевания окажутся под угрозой. Воеводы согласились с государем, нужно вместо Польши наступать на Швецию, чтобы отвоевать выход к Балтике, которого Россия лишилась больше 40 лет назад.
Осенью 1656 года в Вильно Алексей Михайлович заключил с Польшей перемирие, чтобы вместе действовать против шведов. Богдан Хмельницкий прислал московскому государю грамоту с предупреждением: «Польша коварна, и мир с ней прочным не будет». Алексей Михайлович соглашался, но Швеция представляла для Москвы гораздо большую опасность, чем ослабленная и разоренная Польша. Царское войско подступило к Балтийскому побережью. Еще в июле, за 3 месяца до перемирия с поляками, русские взяли Динабург, ныне Даугавпилс. По царскому велению город был переименован в Борисоглебов. Вскоре пала другая крепость – Кокенгаузен. 24 августа в осаду была взята Рига. Русская артиллерия вела огонь по городу днем и ночью. Рижские жители умоляли генерал-губернатора сдать город русским. Но тот сохранял спокойствие. Вскоре осенние дожди размыли дороги. Продовольствие в русском лагере стало подходить к концу. Царь рассчитывал на помощь союзной Дании, которая должна была блокировать Ригу с моря. Но датский флот так и не прибыл. Зато шведы получили подкрепление и запас провизии. В начале октября рижский гарнизон под командованием графа Магнуса де Лагарди напал на русский лагерь, отбросил царские войска от города, захватив 17 полковых знамен. Дальнейшее продолжение осады не имело смысла. К тому же появились слухи о том, что в Риге началась эпидемия чумы. Алексей Михайлович приказал отвести войска. На других участках фронта Россия одерживала победу за победой. Армия под командованием бояр Алексея Трубецкого и Юрия Долгорукова взяла Дербт. Воевода Петр Потемкин захватил крепость Ниеншанс, где через 50 лет будет заложена русская столица Санкт-Петербург. Шведы шутили, что московский царь стукнулся головой о Ригу. Но в целом кампания складывалась удачно. Русские войска вышли к Балтике. Оставалось лишь удержать занятые позиции. Но в следующем 1657 году армия Магнуса де Лагарди перешла в контрнаступление. Отвоевать Дербт шведы не могли. Зато вторглись на русские земли и осадили приграничную крепость Гдов. На помощь городу пришло войско князя Хованского. Хованский Иван Андреевич. Боярин, воевода. Начал службу как стольник царя Михаила Федоровича. Создатель первых в России гусарских род. В 1682 году возглавил стрелецкий бунт и был казнен вместе с сыном Андреем по приказу царевны Софьи. Хованского наградили прозвищем Тараруй, пустомеля. Но под Гдовом он проявил блестящий военный талант. 16 сентября 1657 года воевода разгромил Магнуса де Лагарди и еще долго преследовал остатки его корпуса. Врага отбросили от русских границ. Но война коснулась из самых отдаленных уголков российского государства. В разгар боевых действий Алексей Михайлович направил царский указ в Соловецкую обитель. Государь предписывал монашеской братии принять все меры для укрепления русского севера. Шведы не раз нападали на поморские города, и Соловецкий монастырь был не только центром иноческой жизни, но и русским форпостом в Поморье. В монастырских подвалах хранились порох, свинец, пушки. На Соловках взялись за дело. В Кеме построили 2-этажный острог. Снабдили его 4 пушками. Отправили защитникам порох. В укреплении засели архангельские стрельцы во главе с сотником Тимофеем Беседным.
Вскоре пришло известие о том, что шведы высадились в Поморье. Сотник собрал все наличные силы, около 200 стрельцов, и ударил по неприятелю. Шведы не выдержали натиска и уплыли во свояси. Интервенция провалилась. Разорительная война уносила множество жизней, но преимущество не получала ни одна из сторон. В результате 22 августа 1658 года Россия и Швеция заключили перемирие в местечке Валиесари. Военные действия с Речью Посполитой также были приостановлены. Русские дипломаты в Вильно пытались договориться с поляками о новом размежевании границ. А пока шли переговоры, в Москву пришло трагическое известие. 27 июля 1657 года от инсульта умер Богдан Хмельницкий. Гетмана похоронили в Ильинской церкви хутора Суботова. Откуда он был изгнан польской шляхтой 10 лет назад и где уже был погребен его старший сын Тимофей. Встал вопрос о новом гетмане. Перед смертью Хмельницкого казачья верхушка обещала передать власть его младшему сыну Юрию. Но юноше было всего 16. Управление огромным запорожским воинством было ему не под силу. 21 октября 1657 года на Корсунской раде временным гетманом избрали Ивана Выговского, бывшего войскового писаря Богдана Хмельницкого. Он должен был беречь булаву для Юрия, пока тот не войдет в совершенные лета. Но властолюбивый Выговский разорвал Прияславское соглашение с русским царем и открыто перешел на сторону поляков. 16 сентября 1658 года в городе Гадячи он подписал договор с Польшей, которая приходила в себя после кровавого потопа. Польской шляхте и католической церкви возвращалось все захваченное казаками имущество. Взамен Выговскому была обещана почти неограниченная власть. Православной вере – покровительство польской короны, а Речь Посполитая объявлялась тройственным союзом Польши, Литвы и Запорожской сечи, которая официально именовалась Великим княжеством русским. Мнения запорожцев разделились. Многие с возмущением встретили известие о заключении Гадяческого договора, но другие в надежде на привилегии поддержали Выговского. Так началось разделение в запорожском войске. Часть его вступила в коалицию против Московского царства, другая выступала на стороне царя. В 1658 году русско-польская война разгорелась с новой силой. Войска Выговского осадили Киев, занятый московским войском. Они нападали на русские заставы и поощряли татарские набеги на русские земли. Весной русское войско Алексея Трубецкого осадило Конотоп, город, прикрывавший дорогу, которая вела вглубь польских территорий. Конотопский гарнизон уже был готов сдаться, когда под городские стены подошла огромная армия. Ей командовали сам Выговский и хан Мухаммед Гирей. Русская конница пошла в яростную атаку, намереваясь взять в плен самого хана. Командовали конным отрядом князья Семен Львов и Семен Пожарский. Пожарский Семен Романович. Князь из рода Рюриковичей. Служил воеводой в Переяславле Рязанском, Курске и Астрахани, охраняя границы Московского царства. Сорвал большой татарский поход на Россию. Прославлен как местно чтимый святой Русской Православной Церкви. Семен Пожарский повел конницу вперед, но не заметил вражеской засады и был окружен вместе со своим отрядом. До последнего не выпускал Пожарский саблю из рук.
но татар было больше. Окровавленного князя приволокли к хану. Татарский вождь сразу узнал своего заклятого врага. Вот уже два десятилетия тот отражал татарские набеги и отбивал у крымского хана русских пленников. Переводчик шипел: «Пред повелителем надобно преклонять голову». Князь не шевельнулся. Мухаммед Гирей подал знак своей охране, взмах сабли, и голова князя Пожарского покатилась в траву. После разгрома конницы князь Трубецкой был вынужден снять с конотопа осаду. Русское войско отступило. Тем временем на Украине вспыхнули восстания против гетмана Выговского. Сама мысль о возвращении под польскую власть была ненавистна и крестьянам, и большинству казаков. Изменник Ивашка Выговский, как его называли, бежал в Польшу. Несколько лет он продолжал воевать с русскими, пока однажды сами поляки не обвинили его в подготовке бунта и казнили. При Яславе состоялась новая рада. На ней казаки избрали гетманом Юрия Хмельницкого и еще раз подтвердили свою верность московскому царю. Шел 7-й год войны. Польша заключила мир со Швецией и теперь могла отправить против России мощное войско. Русский государь решил упредить удар. Летом 1660 года войско Василия Шереметьева выступило из Киева. Юрий Хмельницкий с 20 тысячами казаков должен был соединиться с русским войском. Однако он опаздывал. Под напором превосходящих вражеских сил армия Шереметьева отступила и под городом Чудновым попала в окружение. Больше месяца до начала ноября русские ратники отчаянно сопротивлялись польско-татарским отрядам. Когда закончился порох, неприятеля разили копьями и саблями. В русском лагере все еще надеялись на помощь Юрия Хмельницкого. Но вскоре пришло известие, что тот разорвал союз с Москвой. 17 октября 1660 года в страхе за свою жизнь он перешел на сторону врага и присягнул королю Речи Посполитой. Это предательство привело к настоящей катастрофе. Не имея сил противостоять противнику под Чудновым, Шереметьев был вынужден сдаться. Он пообещал полякам вывести гарнизоны из Киева, Преяслава и Чернигова. А когда русские сложили оружие, татары устроили резню. Погибли несколько тысяч русских. Сам Шереметьев был взят в татарский плен. Шереметьев Василий Борисович. Боярин, полководец. На посту тобольского воеводы отражал многочисленные калмыцкие набеги на сибирские владения Московского царства. Во время русско-польской войны командовал Южной армией. В 1658 году был назначен первым киевским воеводой. В татарском плену он провел 21 год и скончался через полгода после освобождения. Несмотря на поражение Шереметьева, Киев не сдался полякам. Его воевода Юрий Борятинский отказался выполнять условия капитуляции. Борятинский Юрий Никитич. Русский воевода, боярин. Победитель ряда сражений русско-польской войны. Один из главных усмирителей бунта Степана Разина. В 1670 году под Симбирском одержал победу над его войском. Казаки на левом берегу Днепра также не спешили складывать оружие. Восстание против изменника Юрия Хмельницкого поднял его дядя Яким Самко. Целый год шли бои между отрядами Самко и молодого Хмельницкого. Наконец, 26 июля 1662 года в битве под Каневом Юрий Хмельницкий был разгромлен и сложил гетманские полномочия. Но тут пришла тревожная новость из Литвы. В Вильно, захваченным царскими войсками, разразился мятеж. Сторонники польского короля перебили русский гарнизон и захватили город.
Виленский комендант, князь Даниил Мышецкий, несколько раз писал в Москву, что в Вильно кроется измена, и требовал дополнительного войска. Но было уже поздно. Когда польско-литовская армия подошла к городу, князь держал оборону в замке. Верные ему воины отбили 5 приступов. Поляки решили взять Вильно измором. Сюда прибыл сам король Ян Казимир. К этому времени у Мышецкого оставалось всего 78 человек. Он приказал собрать весь порох и заложить мину, чтобы взорвать себя вместе с поляками. Но наемники-иностранцы напали на князя и выдали его королю. Ян Казимир устроил судилище и приговорил коменданта к отсечению головы. Казалось, военное счастье склоняется на польскую сторону. Чтобы избежать войны на два фронта, летом 1661 года царь Алексей Михайлович был вынужден подписать мир со Швецией. Для России он оказался невыгодным. В обмен на торговые уступки пришлось вернуть все завоеванные земли. А на Гетманщине бушевала гражданская война. Страна, позже получившая название Украины, разделилась по берегам Днепра. На левом берегу держали сторону Москвы, на правом клонились к Польше. Король Ян Казимир искал решительного успеха и лавров победителя. Осенью 1663 года он возглавил большой поход, чтобы взять под свой контроль левобережную часть Гетманщины, а затем вторгнуться и в московские земли. Начало похода внушало Яну Казимиру большие надежды. Его отряды захватили Борисполь, Кременчуг, Лохвицы, Ромны. Но тут польское войско наткнулось на неожиданное препятствие. Крошечный и слабо укрепленный Глухов встретил противника яростным сопротивлением. Поляки взбирались на обледенелые валы городка, но гарнизон отбивал все приступы. А русская армия под предводительством воеводы Григория Рамадановского уже спешила на выручку защитникам Глухова. 1 февраля 1664 года Ян Казимир приказал отходить. У Севска он соединился с литовскими отрядами. Польская армия усилилась и вновь могла успешно наступать. Однако русские войска избегали генерального сражения. Они били вражеское воинство по частям. Противник понес потери и отступил. Проиграв очередной бой у переправы через реку Десну, поляки лишились тысячи бойцов. Их боевой дух был сломлен. С мечтами о продолжении похода на восток пришлось расстаться. Вместо этого Яну Казимиру пришлось спасать собственные тылы. На правобережной Украине вспыхнули городские восстания. На их подавление король отправил воеводу Стефана Чернецкого, известного своей жестокостью. Чернецкий вновь ворвался на хутор Суботов и полностью сжег его. Он велел выкопать из могилы тела Богдана Хмельницкого и его сына Тимофея и бросить их на рыночную площадь на поругание. Это была последняя месть Чернецкого и всей шляхты великому гетману. Человеку, который поднял свой народ на борьбу против угнетателей. Человеку, имя которого навсегда останется символом свободы и единения Украины и России. Бессильная злобная месть умершему гетману не помогла польской армии. Король Ян Казимир с позором отступал. Под городом Мглином остатки его армии потерпели новое поражение от русских и, бросив артиллерию, обратились в бегство. Ранней весной в чистом поле солдаты и их монарх страдали от голода. Гибли лошади,
гибли люди. Так заканчивался польский поход. 4 года спустя Ян Казимир навсегда отречется от польского престола и уедет во Францию, где станет настоятелем монастыря Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Война истощила до предела не только Польшу, но и Русь. Наконец, в январе 1667 года в деревне Андрусово стороны заключили перемирие. По условиям Андрусовского перемирия города Смоленск и Чернигов, вся Северская земля и левобережная Украина отходили к России. Запорожская сечь попадала под совместное русско-польское управление. Москва за 146 тысяч рублей выкупила Киев, и этот город больше никогда не возвращался под власть поляков. Царь Алексей Михайлович так ни разу и не встретился с Богданом Хмельницким. Хотя и воевали они, что называется, рука об руку. Андрусовское перемирие было подписано лишь через 10 лет после смерти великого гетмана. А еще через 9 лет не стало и Алексея Михайловича. Царь скончался в 1676 году в 46-летнем возрасте. Так сложилось, что личность государя долго оставалась в тени его сына, Петра Великого. Именно Петр одержит окончательную победу над Швецией, выведет Россию к берегам Балтийского моря и закрепит все завоевания отца на правом берегу Днепра. Но первый шаг к этим победам был сделан именно Алексеем Михайловичем, царем тишайшим. Первый победный шаг к освобождению и великому объединению русских, украинских и белорусских земель и народов.